Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S23. Сейчас я покажу вам, как перейти в безопасный режим. Итак, для этого мы свайпаем вниз, нажимаем на кнопочку питания и далее зажимаем палец на выключение. И нам предлагают перейти в безопасный режим. Нажимаем на этот значок и ждем, когда устройство перезагрузится в безопасном режиме. Теперь мы видим надпись в левом нижнем углу «Безопасный режим», что означает, что мы в нем. Далее, для того, чтобы выйти из безопасного режима, нам нужно всего лишь перезагрузить наше устройство. Нажимаем на значок выключения и нажимаем «Перезагрузить». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.